Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. Сегодня у нас будет обзор пива, которое мы купили в «Магните». Наконец-то оно у нас появилось. Кёнигс Мюнхенский Хелес и Кёнигс Чех Пилс. То есть это своего рода у нас будет вот это лопатен, шпатен. А вот это что-то типа пилснер урквилл. Погнали! Да, друзья мои, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, это поможет продвижению этого видео. Если не понравилось, в конечном итоге уберете потом этот лайк, но исключительная просьба от нас с Ипполитом Матвеевичем, потому что мы специально для вас постоянно записываем кучу роликов интересных, я надеюсь, про самые разные пивцерины. И вот лайки, они очень хорошо помогают именно продвижению канала, продвижению видео и всему, что с этим связано. Спасибо, друзья мои. Заглянули с Ипполитом Матвеевичем в «Магнит Экстра», который находится рядом с Белой башней, такой конструктивистской достопримечательностью рабочего квартала «Уралмаш». И там заприметили, наконец-то, пилснер 85 рублей. Чешский пилс, то есть это что-то типа рижского отвятича будет, либо типа пилснер урквилла. Ну и Ипполит Матвеевич говорит, пилс без хилиса, деньги на ветер. Пришлось взять еще и хилис за тоже 85 рублей. Открываем, наливаем. Пузыри. Обратите внимание, какие пузыри в бутылке. Ух! Ого, здесь-то вообще пузырей сколько много, нифига себе. Почему-то у нас очень любят эти пузыри, особенно вот сейчас, весеннее обострение. В комментариях часто пишут, вот раньше это пиво было с пузырями, а сейчас без пузырей. Вот раньше это без химии, а сейчас с химией. Срок годности-то какой, а? Давайте начнем с хилиса, чтобы не перебить хмелем вкус и ароматику хилиса. 4,7% алкоголя, 11,7% плотности, IBU 16. То есть это не будет сильно горьким, это должно быть питким пиво. Пиво светлое Кёнигс Мюнхен Хелес, состав вода питьевая очищенная, соль пивоваренный ячменный светлый, соль пивоваренный ячменный темный, хмелепродукты. Варится все это дело на пивоваренной компании «Балтика» в Воронеже. Нифига себе. Вот так вот. Внезапно написано «Кёнигс», но они себе вполне могут позволить свариться на «Балтике». Почему нет? Обратите внимание, такой, да, действительно хилесовский цвет. Пенной шапки нет, пенная корона есть. С карбонизацией порядок. Слушаем аромат. Приятный аромат, такой луговой, медовый, цветочный, прям вот хороший такой лагерь, приятный, действительно, хилес, цветочки такие приятные, вполне себе. Пробуем вкус. Приятный такой солодовый вкус, с таким луговым моментом, 85 рублей. Слушайте, ну, в слепом тесте, если с лопатином его сравнить, то вполне возможно, этот хиль даже, может быть, и выиграет. Хотя я не сравнивал. Хмелевой горечи действительно здесь нет. Может быть, совсем чуть-чуть где-то в гомеопатии на все 16,7 IBU. Нормальный хиль. Так, ну и мы переходим к пилснеру. Чешский пилснер, вот более интересная нам вещь. Алкоголь 5%, плотность 12%, IBU 32. То есть это должно быть более плотно, это должно быть более горько, конечно же. Потому что, ну, это у нас пилс. Пиво светлое, Кёнигс чешский пильзнер. Состав вода питьевая очищенная, соль пивоваренный ячменный светлый, соль пивоваренный ячменный темный, соль пивоваренный ячменный мюнхенский, соль пивоваренный ячменный карамельный, хмелепродукты. Сварено все это дело, друзья мои, все точно так же на воронежском филиале Балтики. Ну что же, давайте посмотрим, как выглядит это пиво. Пенной шапки совершенно нет, есть некая пенная корона.
цвет такой янтарный, очень похож действительно на какой-то чешский лежак, чешский пилснер. Слушаем аромат. Великолепный аромат, приятный, именно такой солодово-хмелевой, хмелек такой приятный, травянистый, я так полагаю, что, наверное, жатецкий хмелек, хмель сас сюда, на Кёнигсе добавили. Очень приятно, вот вне всяких сомнений в слепом тесте я бы это пиво отправил именно к чехам, не к немцам. Пробуем вкус. Друзья мои, это изумительно. Ой, великолепно. Такая вот мощная, приятная солодовая база. Чувствуется такой вот налет немножечко карамели, как в рижском от Вятича. И приятный благородный хмелек, который появляется в начале и копится в послевкусии с каждым глотком. Какая отличная вещь, ребята, блин. У рижского от Вятича появился конкурент, я так полагаю. Он, конечно, стоит подороже, но тем не менее на безрыбье, потому что у нас рижское от Вятича вообще хрен достанешь, извините за такое огородное выражение. Можно будет и этот пилс покупать, если он у нас, конечно же, будет продаваться. Отлично, молодцы ребята на Кёнигсе, кто придумали этот рецепт. Ну и, конечно же, те, кто сварили его на Балтике. Да, вообще спасибо всем, кто в этом участвовал. Все молодцы. Да и вообще вам все молодцы. Не, в натуре класс. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Всем добра и мира. Увидимся. Пока.